Спасибо, что позвонили в суперлампочку. Как я могу сделать ваш день ярче? Можешь начать с объяснения, почему огни на моей елке не зажигаются. Ваша гирлянда надежно воткнута в розетку? О, розетка! А я-то все это время втыкал штепсель в собачью задницу. Ненавижу свою работу. Многие ненавидят свою работу. Я провалил экзамен в коллегии адвокатов, поэтому работаю в колл-центре. Эти счастливчики с работой прогнулись бы за нее с благодарностью. Я... Ты прогибаешься, Дрю? Меня уволили за обнаженку. Ты отстранена на неопределенный срок. Сдай свои крылья. А еще облапал пес в маске. Эй! Мне нужен офицер, меня только что... Я не знаю, меня облапали, у него было черное лицо. Маска, это была маска, не лицо. Говори правильно. Ага. Еще раз, почему ты не попросил ее номер? О, я знаю, где ее искать. Академия звезд. Я единственный, кто может поднять вас к звездам, крошки. Детка, ты была просто великолепна, твои крошки так колыхались. Привет, Ники. Ты теперь здесь? Да, только... Мне пора. Помоги мне, мамочка. Как малыш вроде тебя может справиться с такой женщиной, как я? Отпустите зверя! Вот, это блестяще, он король! Я получила роль королевы! Теперь посмотри на меня и скажи «Учалини». Ей понадобится новый пилот. Могу я быть твоим напарником, Дрю? Увези ее в новые неизведанные территории, чуешь? Что это вообще значит? Мне нужно что-то странное. Чего ржешь? Нет, я не... У тебя есть имя? Учалини! Я чувствую, будто меня крепко связали и засунули в жаркое и влажное. Ники, ты поразил это всех. Будь в моменте, дорогая. Эй, ботан, подъем! Тряпка. Проси отпустить меня, или я буду держать тебя весь день. Теперь маленькие мальчики, инвалиды и извращенец. Что? Нет! Он просто помогал мне, чтобы я зашел и снял всем башню. Что? Внимание, Академия звезд! Ты знаешь джиу-джитсу? Так, Нэнси, как насчет деталей? Я уже сказала, что у него было черное лицо. Маска, черт возьми!